Вот смотрите, красивый город – это то, что мы там приняли, и то, что мы должны передать другим. Значит, еще раз говорю, болезни транспортной системы, они нам как бы даны, мы должны с ними как-то решаться, но мы не можем их игнорировать. Поэтому можно говорить о том, что где-то власти действуют плохо, неумело, нерасчетливо, но в целом движение к тому, чтобы у нас была нормальная транспортная ситуация, в том числе и то, что касается платных парковок, мне кажется, не то, что это хорошо или плохо, у нас просто нет другого выхода. Мы не можем, как в Лондоне, например, ограничить въезд в центр города, сделать его платным. У нас нет такой возможности, слишком много артерий для центра. Поэтому платные парковки — это, мне кажется, единственный вариант.